Всем привет! Меня зовут Владимир, и я делаю очень краткие обзоры на товары, которые я продаю. В данном случае у нас абсолютно, так сказать, простая китайская груша для механического тонометра с металлическим клапаном. Почему я подчеркиваю с металлическим клапаном? Потому что, на мой взгляд, на мой опыт, металлический клапан работает лучше, чем аналогичная груша, такая же китайская, но с пластиковым клапаном. Может быть, у кого-то это не так, но опыт мой подсказывает, что пластиковые клапаны и входящий, так сказать, клапан, где входит воздух, не всегда хорошо работают. А вот с металлическим никогда не подводили. Надо сказать, что если взять фирменную грушу, это вот компания АНД, фирменная груша, вот тут пластиковый клапан, тут все совсем по-другому. Тут и сетчатый фильтр есть на входе, и клапан надежный, и грушка сама получше по материалу. И если их расположить вот таким образом, вот эту лучше бы не покупать. Это такой эконом-вариант, вполне себе рабочий. Это подороже. И если есть лишняя немножко денежка, то можно ее лучше приобрести, чем вот эту. Потому как пластиковый клапан все-таки поудобнее спускать воздух. Давайте попробуем проверить. Во-первых, все, что продается, все проверяется. Чтобы не было возвратов, не было какого-то случайного брака. Вот такая простая конструкция. Закрываем клапан плотно. Вот у нас есть манжетка АНДшная и манометр. Вот этого достаточно, чтобы проверить работоспособность груши. Вот накачиваем. Ну, пошло накачиваться. Все. И что еще нужно, чтобы клапан работал на спуск? Все прекрасно работает, без проблем. Вот и весь обзорчик. Если у кого есть какие-то вопросы, пишите, звоните.